Всем привет, дамы и господа. А вот и контра. То, что мы все любили в детстве. То, что мы на ее задротили. Постоянно на денде. Час за часом на этих ламповых телевизорах. И тут компания Konami нам выпускает ремейк. Или переиздание, или ремастерит. Ну короче, вроде это портированное с мобилки. Как написано в Steam, можно играть до 4 человек. И мне очень захотелось посмотреть, что это, поиграть. Поэтому попробуем. Это демо-версия, она, думаю, будет не очень длинной. Обычная сложность, шкала здоровья. Да, да, погнали. Так, ну у нас только 2 игрока. Хотя в Steam написано, что до 4 можно играть. Ну ладно, на 2 тоже посмотрим. Не, ну это такой себе тип. Contra Biorizer. Описание есть какие-то. Contra Lance Bean. Bean Riser, Lance Bean. А, Biorizer. Да давай за этого лучше. Выбрать навык. Дух Лэнса. Сохранение оружия. Прочность оружия. Лечение перегрузкой. Ну, не знаю. Давай дух Лэнса и сохранение оружия пусть будет. Да, погнали начать. Так как и в детстве мы играли на джойстиках маленьких дендиских, сейчас мы будем играть на геймпадике. Я думаю, на клавомыши в такие игры играть, ну, не очень удобно. Но, судя по заставке, здесь еще есть 2 мадам, за которых можно играть. То есть, когда на 4. Но это, скорее всего, будет полная версия. О, Десеракт. Где-то такие кубики уже видел. Что там такое? То есть она там уже бахает минут 5, наверное, она только сейчас заметила. Ну окей. И только в один остров. Наверное, очень важный остров в этом мире. 6 месяцев спустя. До прибытия 5 минут. Будьте готовы. Пробежимся по водным заданиям. Как вам известно, террористическая группа Красный Сокол наносит ограниченный удар по всему миру. Окей. Мы подтвердили информацию, что они обосновались на крупнейшем острове Галуги после того, как в этом году там упал метеорит. Федерация немедленно отправила армию GX, которая неподалеку проводит учения. Проводила учения. Им сопутствовал успех, пока 3 дня назад мы не потеряли с ними связь. Да вы шутите? GX — это сильнейший отряд армии Федерации. Высокими с периферии никакой не могли их одолеть. А выскочи с периферии. Пока подтверждений нет, но стоит предполагать худшее. Судя по всему, Красный Сокол сильнее, чем мы думали. Кстати говоря, у нашего научного отдела тоже тревожные новости. Доктор Дрейк? Межзвездная спутниковая сеть обнаружила гравитационную аномалию. Что-то испускает несколько сильные волны. Что они облетают планету кругом. Координаты источника указаны прямо на архипелаг Галуга. Ты же вроде инопланетяне еще будут. Что дает нам повод считать, что Красный Сокол разрабатывает гравитационное оружие. Гравитационное оружие. Федерация запретила его 10 лет назад. Верно, Лэнс. Нельзя, чтобы подобная разрушительная мощь попала не в те руки. Мой департамент вооружений в Хенкисе Индастрис подтверждает, что эти показания приборов совпадают с излучением компонентов гравитационного оружия. Даже просто его неправильное хранение может вызвать тектонический сдвиг, нарушение климата и в худшем случае образование черной дыры. Билл, Лэнс, учитывая ситуацию, думаю, не надо объяснять, почему Федерация вызвала наш отряд МПЗ Контра. Ваша основная задача — сразиться с войсками Красного Сокола, найти источник этих гравитационных волн и обезвредить его.
Если возможно, дадите армию GX и сообщите об их текущем состоянии. Попробуем. Неподалеку от зоны высадки находится крепость Красного Сокола. Проникните на базу и захватите их лейтенанта. Его допрос поможет определить дальнейшие действия. Далеко убежище, пропавшие суперсолдаты и оружие судного дня. Вот это пятница. Да, а вы что думали? Так, шутер-платформер, погнали. Пора представиться. Да, брат. Так, обучал, как это будет. Перезарядка. Это умение. А, тут все проще с управлением. Угу. Окей. Ай. You can aim with more precision by holding down aim lock. Так, ну пока все легко. Турели, блин, как же это прям напоминает детство, только с более нормальной графикой. Ты будешь вставать, алё? Опа, тройные пульты. А, назад уже не можем двигаться, да? Так, оружие у нас сохраняется по какому принципу? Блин, я не вижу за это огнемет, окей. Я за этой ставкой не вижу, что у меня там происходит вверху. Эй, не достает, достали, отлично. Что у нас тут? Ну, окей, пусть будет это. Да, а братишка там на заднем фоне куда-то бежит тоже. Опа, здорово. Ты будешь мне помогать или как? С. Ракетница ближнего действия, окей. Ваша вертушка под огнем противника. Мы падаем. Я думал, она на зоне высадки осталась. Так, мини-босс, да? Это первое предупреждение. Хорошо. Погнали, братиша, погнали. Мы же отряд контра. Ай. Рожайся давай. Так, это лазер, да? Да. Бульк такой. Сразу звук исчезает всего, блин, когда он ныряет. Пунь-пунь-пунь. Слушайте, ну вот так позалипать с другом где-то. Да, я не достаю, блин, окей. А, у нас двойной прыжок есть. Опять огнемет. Флейм. Окей. Ай-яй-яй-яй. У нас же дэш еще есть. Дэш. Дэш надо еще прорывнуть, окей. Our weapons have a secret overload function. You can sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. Вот, о, пятерной там. Ауе атаки нормас. Самое больше всего пойдет, наверное, блин. Это сразу вспомнил Zero Tolerance, блин, на Сеге был, кстати, прикольный шутан. Контра, потом еще Контра Форс была на Сеге, тоже офигенная. Одна из самых лучших контр. Там, где робот, волк и мужик с девушкой. Че мы ждем-то, блин? А, пробуйте перегрузку, держите. А, могу менять оружие, окей, то есть два оружия можно держать. Держа ОТ.
И сразу пришлю. А, о, вот это. А, это перезагрузка оружия, чисто оно юзается и пропадает, окей. О, ракеточки. А, еще сам наводящийся. Вот это вообще топчик. Его менять нельзя. Это кто? Я должен был догадаться, что прибыли контра, когда заполыхали джунгли. Давно не виделись, Вэнс. Как тебе остров? Да нормас. Так-то это уже талисман армии GX. Привет, Стэнли. Погнали. Так, а что мы тут? Можем по этой штуке ходить? А, можно не висеть, окей. Не-не-не-не. Ай-яй-яй! Если что-то и менять, то только вот огнемет менять, он нахрен не нужен. Ай-яй. Так, лазер, да, поменяем, на что это? О, синие ракетки, окей. Точнее, огнемет поменяли. Самонаводящиеся синие ракетки. Да взрывайся уже. Оп. Хоть прыжке можно стрелять, это уже радует. С, это что? Хрень. Хрень, верните мне ракет. Ракеты будут покруче. С ними даже делать толком ничего не надо. Беги да стреляй. А тут будет вид сзади, сверху. Еще минус база. С, что за С? Начался bullet storm. Верните, верните ракеты мне. Ай-яй-яй. Я не ожидал, что он там будет цепляться. Да блин, взорвись. Серьезно? И тут, как всегда, на как на Денди без сохранений, правда? Продолжить. А ну хоть отсюда. Ай-яй-яй-яй, вот это печально. Парни камикадзе. Ай-яй-яй, Цешка. Цешка, возьмись. Ну хоть такое, ладно. Тоже подойдет. А, серьезно, не достает до него? Да блин, отстаньте. Вроде неплохое оружие, а блин. Ну, с ним сложно играть, блин. Там мне надо что-то новое. Ладно, лазер еще пойдет. Мы должны быть лучше них. Так, надо поменять вот эту херню. О, другое дело. Теперь можно смело бежать до босса. Я понял. А нет, стой. Стой, нет, это не те ракеты. А, ладно.
Взорвись, 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 отлично. Так, сейчас уже будет почти база. Блин, а без ракет будет сложновато, без этих. Окей, а что у нас М-ка? Херня. Лучше уже это, блин. А где мой лазер? Ладно. Побежим со стандартом. Придется попрыгать. Ай-яй-яй. Просто быстрый пулемет, окей. А это, блин, чё так далеко? Ворачиваемся. А там опять родился чел, окей. Надо сначала это уничтожить, блин. Я прошу вас, забил болт на них. Это было неправильно. Ай-яй-яй. Давай, 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 давай. Ладно, со второго трая прошли. Теперь куда-то. Да, давно в такие игры не играл. А, блин, нам по той стороне надо идти. Окей, ну по этой пройдем. Да ё-моё! Ну давай. Дадут. О, это получше будет. Эть. Так. Круто, а что тут делать? А, вот, тьфу ты, блин. Так, ё-моё, блин, попала аж пулька. Игра окончена. Давай заново. Я не знал, что здесь делать. Они вылазят? Можно убить? Ай! Так... Минус один есть. Минус второй есть, чтобы не мешались, окей. Ну тут лучше не спешить, потому что, блин, терять хпшечки одну... Ай, это как лох подставился. Давайте камни быстрее. Лазер? Да, опять лазер. Короче, падает все время одно и то же, окей.
Та, почему он сейчас упал, блин? Эти ранили. А я мог типа и там еще пройти, да? Ну окей. У меня еще и бьет там, серьезно. Тут пока чисто вверх. Окей. Давай, давай, умирай. Ах ты ж, блин. Это было неожиданно. Кто ж знал-то? А, так я могу тут пройти. Повисни, оп. А что мне эти штуки дают сорваны? О, отлично, теперь можно просто бежать. Почти безболезненно. Давай М возьмем. Нет. Мы это брать не будем. Так, мы зашли, нашли куда проход. Окей, входим туда. И что это у нас? Мини-босс, да? А что это за жучара? Откуда здесь такие жуки, блин? О, чужие пришли. Какого черта? Мочи, мочи, мочи его. Ай, блин, прям в меня. Синяя ракета, отлично. Я надеюсь, с них побольше урона будет. А, у меня ж дэш есть, ё-моё. Я забываю постоянно про дэш. Давай, чужой, давай, помирай. Одну клешню тебя отбили. Нет, ракета, ракета. Ай-яй. Да сейчас да, засри еще мне тут всю платформу. Ай, блин. Вставай, вставай, боец. Не-не-не-не-не, верните мне. Верните мне эту штуку. Блин, еще всякая кислота. Блин, я вообще не вижу, что где происходит. Блин, это смена оружия бесит. Я не могу бегать, она лежит и лежит. Ну я взял, уже поменял. Нафига мне другая какая-то? Ну писец. Продолжить. В смысле? С самого начала отсюда? Серьезно? Давай, умри. Минус один. Минус второй, окей. Ай, блин, по ногам прям. Выродок. Мешает. Оп. Мне нужны мои ракетки. Где-то тип, вон он. Ага, он еще не рабочий. Оп, оп, увернулись. Оп. Да ну, ну как, ну... Да писец просто, давай заново. Одно радует, что какие-то сохранения есть, блин, в этой игре. Я понимаю, что тут не, иногда ну, неизбежно получить урон, ну блин, не настолько же.
У меня тут ракеты уже были в прошлый раз. Верните мне мои ракеты. Лазер, это, конечно, круто. Так, до верха мы добрались. Ну, сколько? Одна жизнь. Ну, писец. Давайте, бегите, бегите, бегите. Обосрались, да? Иди сюда, жучара переросток. Я не знаю, как я буду делать это без ракет. Попробуем огнеметом. У него хотя бы урон хороший. Пожарить ему лапки. Ай-яй. Да-да, это будет долго. Давай лазером. Лазером мы хоть можем сдалека стрелять. Минус одна лапка есть. Что это? Медленно стреляет, писец просто. Это долбанный огонь. Я могу просто стрелять, блин, в каком-то направлении. Да, писец, вообще не увернуться, блин. Эти зеленые шарики кислотные даже не видно нифига. Так, ну мы должны его победить. Ладно, последний трай. Вылазь давай, есть. Вылазь теперь ты. Давай, давай, давай. Блин, ну не подфартило чуть-чуть нам с оружием. Причем совсем не подфартило. Ай! Взял, подставился. Ну, писец. Булыжники. Сколько всего тут. Надо постараться ставить себе максимум, максимум, максимум всего, что у меня есть. Дайте мне что-нибудь нормальное. Ладно. Ну, хотя бы лазер со старту. Так, не падать. А, типа не успел? Открылся. Опять лазер. У меня типа лазер второго уровня, окей. Фух, блин, я чуть не обосрался. Думал, сейчас все, уже опять упал. Фух, ракетки. Теперь можно немного сосредоточиться на уворотах. М нам не надо. Я так понял, что лазер довольно-таки мощный это, да, второго уровня? Привет, Годзилла. Сейчас попробуем вот так сначала вальнуть. Точнее, ну, посмотрим, какой урон наносит лазер. Да-да-да, орёшь тут меня. А, он еще и рикошетит по всем этим, да? По всем другим местам. Нет, аж мне не надо.
Да что это было, блин, вы чё? Фейм нам не надо. Да бляха-муха, куда деваться от этого огня? Есть, фу, блин. Ладно, с этими ракетками немного полегче. Этап пройден. Тут, наверное, скорее всего, все, да? Не, ну вдвоем тут четвером было. Четвером, конечно, тут на каша будет твориться, но вдвоем будет, в принципе, довольно-таки нормально, играбельно. Вот, видите, еще два персонажа есть. То есть, значит, игра на четверых. У тебя получилось, ты получил особый бонус, когда будешь играть в полную версию игры. Operation Galaga. Сюжетный режим, окей, это одну миссию нам дали. А что у нас в аркадном режиме? Сложность обычная, шкала здоровья, да. О, здесь можно других персонажей посмотреть. А что за роботы? Не, давай за мадам сыграем. Сохранение оружия, готово, погнали. Сохранение оружия, я так понимаю, что ты когда один раз умираешь и дополнительной жизни, то ты стартуешь с тем, что у тебя было. А можно пропустить, как бы, пропуск, да. Это просто беги, стреляй. Если аркадный режим, какой в нем смысл? Если это не сюжет, то есть просто бесконечная беготня, да? Ай. А, есть двойной прыжок у нее, окей. И на чем он заканчивается, этот аркадный режим? Ай-яй-яй, прям по голове ему пяткой. Так, фейм не хочу, фейм хрень. Так, понял, что это реально просто беги и бесконечно стреляй, да? М это усиление, так понял. Или... Потому что до этого я брал М, это вроде ракетки были. Просто может усиливать, усилил там мне ракетки. Гай, верните. Это, блин. Тут без комментариев. Окей, погнали дальше. Или тот же самый уровень, только просто в каком-то странном аркадном режиме, без сценария, без комментариев, да, без ставок этих всех. Чтобы чисто не задумываться, на тупняке бежать и стрелять. Ну, в принципе, чё, тоже нормас. Вейзер. Нет, тройной здесь. Ай-яй-яй, да какого хрена? Вставай давай. Фейм не хочу. Ай-яй-яй. А я завожу бомбу, окей. Думаю, не страшно, переживем. Та е-мое. Ладно, это, в принципе... О, пятерная. Это, получается, S2 уже второго уровня оружия у нас. Это стреляет пятерными. Короче, когда подбираешь то же самое, что у тебя есть, оно улучшает, что это... О, отлично, побежали. Побежали, побежали. Ну, я вижу, что это тот же самый уровень. Просто он на пробежку, наверное, сделан как-то. Какая разница между аркадным режимом и обычным, блин. Я вообще никакой разницы не вижу. Кроме того, что отсутствуют комментарии. Нет, нет, лазер мне не надо. Просто и сейчас будет, да, закончится уровень, будет уровень вверх. Но с ракетками вообще изи пробегается. С, М. Нет, верните ракетки. КС. Нет, верните ракетки.
все не то. Ну и это этот же босс, блин. Да, блин. Ладно, понятно, что здесь происходит, блин. Аркадный режим почти ничем не отличается от обычного. Блин, будем ждать, пока выйдет настоящая игра. Вроде как прикольная. В детство впадается. Просто беги, стреляй, развлекайся, прыгай. Ну, радуюсь, что сохранение есть. Раньше мы играли без сохранений. Вот. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И дальше больше. Let's go. I see you staring, but don't want no smoke. I hear you talking, but I'm here for the show. Don't get it twisted, baby, I snatch souls. It'd be murder, she wrote. 1, 2, 3, let's go.